А в северной столице отметили День Алан-Хо и День Хамуса. В постоянном представительстве Якутии в Санкт-Петербурге собрались якутяне, проживающие в культурной столице. Представители Нюрбинского района города Якутска и сотрудники литературного журнала «Аврора», который занимался публикацией и переводом на русский язык произведений якутских писателей. Встречу украсила совместная выставка работ «Малыкайские просторы» учащихся Малыкайской школы Нюрбинского района. Также собравшимся представили выставку варганов коллекционера музыкальных инструментов народов мира Валерия Брунцева.